Приветствую вас, парни и девчонки, с вами Алексей Чернышов, а вы смотрите канал «Сын, отец и игрушки», и сегодня мы поговорим о бронепехоте, а точнее о трибунаторах. Кто или что такое трибунаторы? Это спецвойска для усиления основных ударных сил империи. Они используются для осуществления эффективной оккупации планет. Силы финансового трибунала или трибунаторы представляют собой что-то вроде военной полиции. Они принимают участие в военных действиях вместе с пехотой и десантом, но их основным достоинством является не численность и фанатизм, а высокий уровень технического оснащения. Трибунаторы располагают широким спектром наступательных и оборонительных машин и устройств. Что ж, высокотехнологичность отряда налицо. Каждый из трибунаторов обладает мощным экзоскелетом и футуристическим оружием. Высота фигурок с подставкой 4,5 см. Материал полиэтилен. И, кстати, это не старые фигурки от технолога, а недавно перевыпущенные. Перевыпуск стал возможен благодаря интернет-магазину «Империя Фэнтези», за что хочется сказать огромное спасибо имперцам. Ведь это очень здорово получить возможность сейчас купить старые фигурки технолога в отличном состоянии. Да что там, новые фигурки? Старые новые фигурки по хорошей цене. Кстати, ссылку на магазин вы всегда сможете найти в описании. Далее предлагаю вам посмотреть на каждого трибунатора по отдельности. Что тут можно еще добавить? На мой взгляд, просто шикарный отряд, весьма достойно проработанный. Каждый из бойцов смотрится крайне детализированным и оснащен, как мне кажется, очень интересным оружием. Да и образы в целом получились крайне занимательными. Более тут нечего добавить. Отличный отряд! Ну а мне осталось только сказать вам спасибо за внимание. Не забудьте поставить ваш имперский лайк, а также подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. А в комментариях напишите, на какой отряд бронепехоты мне сделать обзор в следующий раз. Еще раз благодарю вас за внимание. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока.